Отсек гидропоники, доктор Элизабет Кросс. Запись. Я рада осознавать, что мы сумели достичь почти максимальной производительности. Флора здоровая и прекрасно растет. У нас даже образовался избыток свежего урожая. Я хотела отправить его в колонию, но капитан издал запрет на полеты. Я намерена официально оспорить этот приказ. Все знают, что люди внизу оказались в беде. Так почему не помочь им хотя бы свежими фруктами? Включен режим полива. Хорошо, что ты целый. Не снимай. Я видел. Она огромная. Я заперся на продуктовом складе. Экипаж, который был на палубе, думаю, это они отравляют воздух. Они мутировали. Я видел одного из них, раздувшегося. Они выделяют яд. Надо избавиться от них, пока еще можем дышать. Хэммонд? Я думала, ты погиб. Тебе надо выбраться на чистый воздух. В таком состоянии Айзеку ты не поможешь. Айзек, я сканирую помещение. Он прав, на складе есть что-то огромное, но я не пойму, что это. Мониторы практически ничего не показывают. Осторожнее. Это дверь на продовольственный склад, но я не могу отключить систему аварийной изоляции. Слушай, уничтожь капсулы, чтобы очистить воздух. После этого используй яд на Левиафане. Наверное, мне нужно радоваться, что с Хэммондом все окей, но я ему не доверяю. Он что-то скрывает от нас об обелиске.
Yeah.
В отсеке переработки воздуха замечен токсин. Ремонтная бригада извещена. Зона невесомости. Зона гравитации. Зона невесомости.
гравитации. Но транспортная система не работает, и мы не можем добраться до спасательных шлюпок. Алло! Эй! Внимание!
На продуктовом складе обнаружена масса в 10 килотонн. В восточной теплице обнаружена растительная аномалия. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина.
Прикрытие гидропоники, доктор Кросс, запись. Что-то нанесло сильный удар по корпусу в районе продовольственного склада. Не тот звук. Не знаю, что-то большое и массивное. Я сообщу, когда выясню больше. Исполняющий обязанности главного инженера Темпл. Запись. Я пришел сюда за доктором Элизабет Кросс, но не нашел ее. Тут вообще никого нету. Лишь это органическое дерьмо повсюду. Попробую посмотреть на рудной платформе. Это единственное место, где я еще не был. Зона невесомости. Thank you.
Зона гравитации. В центре контроля атмосферы есть переключатель, который запустит кислородные фильтры. Как только воздух очистится, ты сможешь пройти на продуктовый склад. Айзек, я читаю отчеты. У экипажа у всех начались массовые галлюцинации. И я видела своего брата на мониторе наблюдения. А это невозможно. Вентиляционной системы. Восстановление уровня кислорода. Кислорода и азота. Продуктовый склад открыт.
те гидропонники, доктор Кросс, запись. Я не могу поверить в то, что вижу. Это безумие. Полное безумие. Я отправляюсь к рудной платформе. Слышала, что туда направились все выжившие. Джейкоб, я буду ждать тебя там. Неизвестный антиген введен в операционную систему. Черт! Яд не подействовал. Он все еще дышит. Иди и прикончи его, пока он не заразил весь корабль. Зона невесомости. В норму. Черт! Опять исчез. Я не вижу сигнала его Икса. Придется выбираться самим. У меня есть идея, как убраться с корабля. Я обнаружила аварийный маяк на рудной платформе. Если ты сможешь спуститься и включить его, мы пошлем сигнал бедствия. Черт! Не знаю, сколько еще выдержит эта дверь. Thank you.
Зона гравитации.